внесли вклад в военно-патриотическое воспитание детей и молодежи, сохранение исторических мест города, увековечивание памяти погибших в годы Великой Отечественной войны, активное участие в работе Батайского отделения Ростовской региональной организации, Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане, Общественного Ростовского казацкого, археолога исторического, военно-патриотического поискового объединения «Ермак» и в связи с 250-летием со дня основания города Батайска награждается. Лисьяк Роман Викторович, член Общественного Ростовского казацкого, археолог исторического военно-патриотического поискового объединения «Ермак». Дорогие, за ваши аплодисменты, Роман Викторович. Ольга Сергеевна, председатель Координационного совета, член Общественного Ростовского казанского археолого-исторического военно-патриотического поискового объединения «Ермак». Спасибо, Валерий Васильевич. И вновь для всех музыкальный подарок.